Зырянке и Среднеколымске закрыли аэропорты. Об этом сообщает компания «Аэропорты Севера». Причиной закрытия послужили погодные условия, а именно размокание взлетно-посадочных полос из-за оттайки грунта. На территории аэропортов сейчас ведут работы по уборке снега и откачке воды. Заработают вокзалы в самое ближайшее время. В данный момент в этих районах идет оттайка грунта. Руководством аэропортов ведутся мероприятия по уборке снега и откачке воды на территории взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. В зависимости от погодных условий планируется возобновление работы аэропорта в самое ближайшее время. Остальные филиалы аэропортов ЭКП «Аэропорты Севера» работают в штатном режиме.